Ты можешь... 450 евро, 400, 590. Да. Сыграй нам песенку. Я рисую ноты, хочу научиться играть на укулеле. Нет, смотрите, что она делает. Ксюша бежит со школы. Всем привет, ребят. Мы тебя не стали ждать, ушли уже. Не жарко тебе в шапке? По-моему, уже на панамку надо менять. Уже все, сезон закончился, шапок. Еще никого нет, мы первые пришли, самые. Каролина с папой. Мы уже успели за продуктами съездить, пока вас не было. Да, что ты не пойдешь? Ну, сегодня поехала, потому что там уже все около, заканчивается все. Там мне нужно убрать пакеты, я разбирала. Маргоша пришла. А к ней опять посылка пришла. Постельку заправляем, заправляем, молодец. Маргоша заказала себе джинсы, как у меня. Ей понравились, но я не знаю, если они ей подойдут. Если подойдут, значит мне. Да? Да. Ребята, кто спрашивал, почему все приходит в Маргарите, потому что Маргарита сама заказывает себе на свои деньги, а Ксюша не заказывает, не знаю, почему не заказывает. А Ксюша не хочет, мне почему-то она... Нравится. Джинсы ей не нравятся, да, ей нравится все такое спортивное. Там мальчик говорит, а почему девочки, почему Ксюша надевает щиты такие штаны, потому что у меня только есть эти штаны. Ну, потому что тебе нравится. Ксюше не нравится обтягивающая одежда. Она не носит потому ни леггинсы, ни какие-то... У нее есть джинсы, у нее есть... У нее есть водолазка, но... Да, она... Нашу водолазку. Ну, водолазку еще вверх она может обтягивающую носить, но низ ей вообще не нравится. Она любит только спортивные штаны. Угу. Только спортивные. Ну, как бы это уже дело каждого, я считаю. Кому-то нравится, кому-то нет. А это потемнее. Ты должна померить. Okay. Вот. А в чем ты будешь ходить, если в спортивных штанах все лето проходишь? Нет. Надо с этими, же в чем-то с этими тоненькими. С тоненькими штанами? Да. Эти как? Осторожненько открывай, чтобы да. Я потом упаковала я и отправила. Это 34-й размер. Ой, должно быть как раз, потому что 32-й, мне кажется, тебе будет маленький. Давай, мери. Это мом. Это джинсы мом. Не, классно. Не. Тебе как раз. Она сама такие хотела. Фу, смотри, как странно. Почему как странно? Будто такие нормальные, папа. Потом они... Что, папа, открой, это папа пришел. Ну-ка, иди сюда. Повернись спиной. Здесь вот свободно. О, мне нравится. Самое важное, что мне нравится. Чтобы мне... Да, здесь... Ну-ка, иди сюда. Это немножко другой фасон, да. Смотрите, здесь хорошо сидит, не оттопыривается. Мама, вот эти странно, лучше. Как... Смотри, ну вот так смотрите, нормально, дырка. Потом... Я могу так сама тоже джинсы порезать. И вот здесь вот коленка одна порванная. Блин, ну, мама есть странно, порванные это, ну, нормально, она же не здесь, не наверху, а здесь. Ну, хорошо. Это мода такая, это что? Вот эти, эти лучше сидят. Ну что, можно ремень одеть? Ну попробуй с ремнем. У меня нет ремня. У меня где-то был такой красивый, блестящий, ну где его? Не знаю, где он. Ну это тоже красиво, я оба оставила. Кису по интернету? Да. Ксюша, ты мне уже досталась. Я ну, тебе мама, сказала. Я тебе сказала, нам тяжело потом перевозить будет. Ну представь себе, собака в машине. Сказала. Она меня замучила уже, она мне вчера все уши прожужжала. Она мне каждый день уши жужжит. Ну мама! Хочу кису, хочу собаку, хочу это, хочу то. Хочу все. Кису и собачку. Я сейчас никого брать не буду. Ну, потому что нам переезжать надо, Ксюш. Смысла нет сейчас брать животных. Не надо. Нам вот хватает, одну перевезти надо. У нас есть две. Которую укачивает. Еще представь, еще кого-то там будет укачивать хомяка. В машине. И тебя укачивает тоже. Всех будет укачивать в машине. Еще хомяка увозить надо вот так вот. А если он умрет раньше времени? Что, оставишь их? Да. Точно? Бончик. Гуляет Бончик. Ты погуляла? А? Ой. Нужно сухой корм купить. Пойду отведу Макса тоже. Панамку надень. Мама, ну нет! Надень. А это она пошла с панамкой, когда вылезли. Да? Ну вы наоборот, да? Когда жарко ты в шапке, она наоборот, да? Когда холодно в панамке. Ладно, все, обуваемся, дети, время. Что а тебе в джинсах удобно прыгать? Угу. Точно? Свободные. Опа, у тебя уже хорошо получается. Назад так и не научилась, да? Нет. Страшно. Нет. Опа.
назад прыгать? Очень. Папа не хочет с собой брать батут. Он хочет выкинуть его. Нет! Ты так волосы поменялся. Наэлектризовались, только ты как одуванчик теперь. Не знаю, я ему сказала, зачем выкидывать, если его можно просто собрать и... Угу. И он много места не занимает, нет, он уже складывается. А что, потом туда ехать и опять новый покупать, зачем? Я не буду новый. Он еще хороший, да? Ну, да. Ксюша вернулась, она зашла с той стороны, потому что ей дома никто не открыл. Он мне очень... Хочу пить. Надо, Федя, надо. Мама! Ты можешь... Ты можешь в 2000 штаков, на эту фешку. Он говорит, ай, бис, ай, мама! Мама, гома попкорн. Най, да тут, бей. Теперь мы дожмем. Надо сидеть. Да, сидеть. Давай. Смотри, у меня ноги мокрые. Да больно. Да. Айс. А? Зачем шарики надули? У нас день рождения, что ли? У меня день рождения. Можно потом мороженое, вы купили еще мороженое? Нет. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done. Я сейчас буду делать тесто дрожжевое. Хочу лепешки пожарить. Ты уже пошла? Давай, девочка, пойду, ага. Ксюша себе собачку выбирает. Она хочет черного лабрадора почему-то. Мне нравятся коричневые. Я здесь еще не видела именно шоколадного цвета, вот такого. Пока, мам. Очень мало я здесь видела. Обычно либо черный, пока Маргарита ушла на танцы. Либо черный, либо да. Такой, знаешь, кремового цвета. Я не знаю, почему мне нравится черный. 450 евро, 400, 590, 200, ну там зависит. От того, какие родители, если у них там родословная хорошая. А если популярные зависит родители? От мальчика это или девочка, в общем, от всего зависит. Вот еще черненький. Я не знаю, если это настоящая фотография. Мне кажется, нет. Они, наверное, берут с интернета. Ну, вот это настоящая, видишь? Самое главное, чтобы у них была чистая раса, чтобы они не были ни с кем смешаны, мне кажется. Нужно вот подороже искать. Если сильно дешевые, то мне кажется, это не это, не настоящий лабрадор. Видишь, вот это не может быть лабрадором. У них нет такая краска. Вот это что? 1 евро, но он большой уже, видишь. Ну еще кто продает собаку? Не знаю. Вот черненький, видишь? Тут лабрадорчик. 300 евро. Вот черненький. Не знаю, настоящее фото или нет. Вот это он не знаю тоже. Видишь? Сколько это стоит? 450. Мальчик или девочка? Не знаю, надо потом спрашивать, кто у них, мальчик или девочка. Тесто буду замешивать сейчас, все уже добавила. Да, ребят, вы же хотите папу видеть больше? Я в комментариях прочитала. Привет. Пока, пока. Нормально. Хорошо. Пойдем потом. Куда пойдем потом? Потом. Куда? Научи папу говорить на русском. А чем? Ну научи, папа не умеет. Папа, научи. Умеет ты. Ты умеешь говорить? Да. Папа не умеет смотреть, она накрасилась. К ней приходила подружка, они делали макияж. А ты подружку свою сама накрасила или она накрасилась? Я сама. Ты сама ее накрасила? А тесто я поставила в духовку, чтобы оно быстрее поднялось. Всего лишь на 30 градусов, на самый минимум. Все, лепешечки пекутся, у меня немножко туговато тесто получилось. Это что? Значит? Многовато муки. Это что? Поэтому нет, они не сильно такие пышные. Нет? Когда тесто не такое тугое, это они пышные, тесто? Они прям такие воздушные. Мама, да, это тесто. Не такие, как мне нравится. Ну ладно.
Каролина тут свои лепешки катает. Так, вот лепешки такие вкусные. Можно кушать, пока горячие. Здесь будет лежать. Нет, только. Сейчас будем пить чай. Что случилось на танцах? Я очень устала. А, устала? Я думала, что-то случилось. Новый танец учите? Mm-mm. Нет? Все еще то же самое. То же самое? Потому что из-за короны мы не могли это. Что не могли? Ну, в общем, вот это... Что? Ты русскую речь забываешь? Да. Она забыла русские слова. Маргарита. Нет. Выступать, в общем. А, выступать. Все. За коленом мы не могли выступить. Как у тебя? Голова нормально? У меня голова и живот болит. Видишь, они у тебя подсохли. Акулеле. Это называется акулеле? Давай, ну, сыграй нам. Как? Сыграй нам песенку какую-нибудь. Не знаю. Я забыла, как это happy birthday. Ну давай, вспомни. Кто это тут значит Алина? Палочки кукурузные. А кто ей давал? Макс. Да. А зачем ты ей даешь палочки? У нее один закопал. Она больно бьется. Если, но, если вот эта вот струна порвется, она может тебе поцарапать, мне порезать. Мне уже один раз. Она может порезать. Завтра пятница, последний учебный день. Вот она неделя заканчивается опять. Уже скоро март. Хочу Бонни подстричь немножко сзади, а то она, когда в туалет ходит, у нее все пачкается. Сейчас мы тебе будем подстригать. Девушка. Ну так вот отстригла ей. Волосатик. Волосатик ты. Вот такая вот коротенькая у нее теперь. Ой, у нее теперь такая попка круглая. Все? Я рисую ноты, хочу научиться играть на укулеле. Блин. Ты с Ютуба что ли смотришь? Ага. Я Оушнайс буду. Прикольно. Песни какие. С четырьмя нотами. А, с четырьмя нотами. А ты рисуешь? Угу. Прикольно. Ну, как-то странно. Когда сильно такой пачкается, другой возьми. Бери жидкость для снятия макияжа. Вот она. Бери ватный диск. Вот. И теперь глазки вытирай. А то они у тебя черные, как будто синяки под глазами. Давай, смывай. Хорошенько. Маргарита, ты будешь макияж делать? Вот точно. Тема для ее канала, тема для видео. Каролина будет делать макияж Маргарите. Да? Да? Надо Маргарите сказать. Нет, смотрите, что она делает. Она... Это что такое? Это что такое? Так, еда. Ты почему в кровати ешь? Это еда. Ты уже покушала, Маргарита. Ты почему в кровати ешь? Ну и что она делает? Маргарита, давай. Ты зубы почистила? Я тебе докрашу. Давай тебе Каролина макияж будет делать. Нет, на твоем канале. Почему? Тебе же папа делал, Каролина тоже сделает. Давай. Давай. Завтра. Давай. Каролина тебе будет макияж делать. Когда? Завтра. Хорошо. На твой канал видео. Хорошо.
Нас ждет хлебушек. Хлебушек ждет. Не дам я тебе хлебушек. Нет, не дам. Не дам, не дам, не дам. Мне еще на кухне убирать надо, ё-моё. Все, всем спать. Смотри, Маргарита, ты я чуть по лицу не попала. Мама, нет, она вот так. Она спит не так, как ты. Не смотри, мама, она маленькая. Мама, а я хочу. Зубы не чистила. А еще он копил. Делай, мам. Ты мне носок задавила. Смотри, сейчас. Все, спокойной ночи. Давай. Пока. Пока. Да все, уходи!